Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с биографией актрис и их фотографий. Жозефин Хатчинсон, американская актриса, родилась в Сиэтле 12 октября 1903 года в штате Вашингтон. Ее мать была актрисой. Благодаря связям матери, 13-летняя Жозефин получила эпизодическую роль в фильме «Маленькая принцесса» с Мэри Пикфорд в главной роли. Затем девушка окончила школу музыки и драмы «Корниш» в Сиэтле и переехала в Нью-Йорк, где начала играть в театре. В 1924 году Хатчинсон вышла замуж за режиссера Роберта Белла. В 1926 году актриса познакомилась с Эвой Ле Глиенни, которая основала собственную театральную компанию. В 1927 году между женщинами завязался роман, о котором стало известно в 1928. Из-за разразившегося скандала Хатчинсон и Белл в 1930 году разошлись. По договору с Warner Brothers Хатчинсон в 1934 году отправилась в Голливуд, где дебютировала в картине «Счастье впереди». В 1935 году вышла замуж за Джеймса Таунсенда, но вскоре супруги развелись. В 1936 актриса получила главную роль в фильме «Повесть о Луи Пастере», рассказывающем о жизни французского микробиолога и химика Луи Пастера. В 1939 году Хатчинсон сыграла роль Эльзы фон Франкенштейн в фильме «Студию Universal Studio. Сын Франкенштейна». В 1959 сыграла в шпионском триллере «К северу через северо-запад». На протяжении 1970-х годов актриса продолжала стабильно работать в кино, на телевидении и на радио, получая в основном роли второго плана. В 1972 году Жозефин вышла замуж за актера Стетса Котсуорта. Вместе они прожили 7 лет до смерти Котсуорта в 1979 году. Жозефин Хатчинсон умерла 4 июня 1998 года в доме престарелых в возрасте 94 лет. Была похоронена в Нью-Йорке. Но вот так вкратце, из переводной Википедии данных не очень много о американской актрисе Жозефин Хатчинсон. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии.